Объединенный университет будет создан до 1 октября 2015-го, а уже со следующего года его финансирование будет увеличено. Губернатор Николай Иванович Меркушкин провел рабочую встречу с ректором СГАУ. Главной темой встречи стало ускорение процесса объединения, инициированное Министерством образования и науки России. Поставлена задача завершить все юридические процедуры по созданию объединенного университета до 1 октября 2015 года. Это позволит уже в следующем году запланировать бюджетное финансирование вуза с повышающим коэффициентом. С учетом того, что укрупненный вуз будет иметь статус научно-исследовательского университета, финансирование увеличится почти в два раза. Надо быть в числе первых, чтобы попасть в эту сеть для получения особых преференций и не только по финансированию, но и по тем же контрольным цифрам приема и по увеличению, может быть, приема на магистерские программы. Все это надо сделать для будущего наших студентов и тех ребят, которые заканчивают школу. Сочетание поддержки Миноборнауки России и поддержки регионального правительства, губернатора, дает нам такой шанс, может быть, которого нет в других регионах. Поэтому вот нам надо этим шансом пользоваться. Кроме того, губернатор выступил с инициативой выплачивать будущим студентам укрупненного университета, набравшим высокие баллы по ЕГЭ, повышенную стипендию. По мнению Николая Ивановича Меркушкина, это должно стать стимулом и своего рода поощрением для талантливых молодых людей, которые решили связать свою судьбу с объединенным университетом и Самарской областью.